самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, сегодня немножко грустных, а самое главное, актуальных и популярных новостей к этому часу. Киркоров скорбит, умер знаменитый друг. Умер не только друг Киркорова, но умер человек эпоха, я бы сказал. Речь сейчас идет, друзья, о Сергее Косторском. Довольно-таки часто имя и фамилия автора и композитора всеми любимых хитов иногда остается за кадром или без внимания. И, по сути, его знают только сами исполнители или люди, приближенные к их кругу. А тексты и композиции Сергея Косторского, друзья, пели Эдита Пьеха, Алла Пугачева, предатель Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лариса Долера, Юрий Хачинский, Михаил Боярский, Альберто Судулин, Лев Лещенко, ну, в общем, многие звезды пели песни петербургского композитора Сергея Косторского, и даже, в том числе, и безудержный Филипп, болгарский перец Киркоров. Сейчас я постараюсь вспомнить. А вот песня Филиппа Киркорова, это был такой первый красочный клип «Зайка моя, а я твой кот», что там такое, вот. Это, кстати, песня Сергея Косторского, естественно, что это далеко не его лучшее произведение, наверное, так он написал на из, хотел сказать, но на отмазь Филиппа Киркорова, и довольно-таки популярная стала эта композиция. Всегда жаль, когда нас покидают талантливые, действительно талантливые люди, на песнях которого, ну, не целая эпоха, но пол поколения так точно выросла. Ну, говорят, актер, артист, композитор, творец жив до тех пор, пока его помнят, помнят его и его творение. Так что, я думаю, Сергей Косторский надолго останется в памяти людей, которые слушали его творчество. Детальная информация по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал «Новости в мире», канал самых оперативных, увлекательных.